Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Разнорабочий в Кубе. Сегодня мы обозреваем компанию-производитель UR Honey Badger, которая делает складные ножички. Ну, производство, конечно, из Китая, но тем не менее, модель достойная внимания. HB1013 Honey Badger Flipper Medium Green. Так вот он так вот выглядит. Так, что тут у нас? Артикул. Такая вот презентабельная коробочка. Здесь у нас видим силика для этого. Собиратель влаги. Наклеечка Honey Badger. Так, по-моему, вся линейка Honey Badger. То есть есть местами какие-то закосы под спайдерку с крюком Эмерсона, он даже интересно. В общем, компания, понятно, что не без плагиата. Здесь вот какой-то сертификатик, гарантия 10 лет. Потрясающе. Производитель UR. О, Omega Tool. На руководство по использованию ножей. Ну, они базируются на бюджетных сталях, либо 8 хром 13 молибден 1 или D2. В данном случае это 8 хром 13 молибден 1. Вот такая вот комплектующая. Внутри есть ключик. Так, чтобы вот его вытащить оттуда. Да, вот вроде зацеп под пальцы есть. То есть. Так, ну это даже. Это не торкс. Звездочка. Правильно я посмотрел. Хотя нет, торкс. Так. Ну, внутри у нас коробочка такая вот. Пенопластик мягенький. Ножичек вот в пакетике. Вот сам нарушитель спокойствия нашего сегодняшнего. Клин имеет подпальцевую выемку. Выгравирован медоед. Уже Honey Badger это у нас медоед приводится. Так. На клинке наименование 8-13-1, то есть стали. Спуски вообще от обуха. Имеется подпальцевая выемка для удобства открывания, имеется чойл с насечками для удобства там что-нибудь подстрогать, еще что-то сделать, деликатную работу. Вес вместе с коробкой 100 грамм. Так, длина клинка 81 миллиметр. Длина предмета в рабочем положении 185 миллиметров. Длина в походном 102. Клипса сатинированная, глубокой посадки. Замок. Лайнер лок. Присутствуют насечки на обухе. В осевом шариковые подшипники. Клипса сатин, клинок сатин. Обработка. Финиш клинка, да? Называем. Так, имеется в осевом. Ой, в осевом, господи. Отверстие под темляк. Рукоять выполнена как медовые соты. Материал нейлон. Так. Лайнеры облегчены. Бэкспейсер из пластика. Клипса переставляется. Такой бюджетный резачочек. И
Имеется, кстати, плавничок с насечечками. То есть можно открывать за отверстие в клинке, либо за плавник, как флиппер. Такая прекрасная моделечка имеет место быть.